Так детонирует машина. Не знаю, видно, не видно. Трясется. Наверное, не видно. Но по звуку слышно. Приложу микрофон. Буду менять форсунки. Не менять, нас беру две. Еще плюсом. А выкручиваю свои и везу на стенд. Мне говорили два санитара, к нам приходили, уколы кололи, забрать хотели в тюрьму. А я не верю, просто он нервный, да выпивает, а чё б не выпить ему? Ну что же, скорая помощь к нему приедет, ночью руки завяжут смирительной рубашкой белой, горячкой белой заболел. Он уехал в ночь на газонокосилке, перед этим выпив 4 бутылки. Санитары зря приносили носилки, он без штанов от них убежал. Он сошел с ума от любви сумасшедшей, он умчался в ночь от любви окупевший, и врачи его не догнали, конечно. Сколько силы дает людям любовь. Так, ну вот, вытащил все форсунки и завтра покупаю еще две, ну, бушные, и повезу на стенд. Так это выглядит. Особо не грязно. Бывало, конечно, не чище. Вот они такие. Темная такая вот эта вот. Пятая. На стенде 8 евро штука. Вот 6 отвезу. 6-7 получается. 7 отвезу и надеюсь, что 5 из них будут хорошие. Если что, там, может быть, подкорректируют их, почистят. Ну, там будем знать. Я первый раз повезу на стенд. А то он реально детонирует, не, ну, нереально. Так, что тут нужно было? Ключ на 14, рожковый. И наружный торкс Т40, чтобы открутить одноразовый болт этот. Ну и все. 10 минут и готово.